Представь, что можешь взять с собой на остров только одного человека. Самого лучшего. Он будет тебя всегда защищать. Кого выберешь, меня или папу? Папу! Пожалуй, правильный выбор. Алло, это Ли. Что с моим братом? Так это Ли Чендлер. Я не понимаю. Что именно? Я не могу быть его опекуном. Ваш брат оставил средства на содержание сына. Я думаю, он хотел, чтобы вы переехали. Переехал? Куда? Сюда? Я так понял, что вы будете проводить здесь много времени. Привет, милая. Я запасной вариант. Ли, все понимают, что вам приходится нелегко. Если считаете, что не справитесь, это... ваше право. Автор сценария и режиссер Кеннет Лонерган. Куда идем? В детдом? Заткнись. Садись. Я бы сел, но дверь заперта. Что бы ты ни решил, на выходной он может жить у нас. Хотите быть опекуном? Ну, мы... Не хочет он быть опекуном. У нас в доме и так полно детей. Ты его дом видел? Алло? Алло, Ли? Я звоню выразить соболезнования. Как дела у Патрика? Мы с ним почти не разговариваем. Ты спишь с этими девчонками? Не совсем официально. Что это значит? Я над этим работаю. Ураган любви, гнева, нежности и юмора. Не хочешь быть опекуном, ради бога! Не в этом дело, а в логистике. Здесь все мои друзья. У меня две девушки, я играю в группе. А ты уборщик в Куинсе, какая тебе разница, где жить? Кейси Аффлек в одном ряду с великими. Мишель Уильямс сногсшибательно. Я много ужасного тебе наговорила. Мое сердце было разбито, но я знаю, что твое тоже. Нет, ты не понимаешь. Ничего. Это неправда. Лукасу Хеджесу суждено стать звездой. Великолепная работа Кеннета Лонергана. Со мной что-то не так. Позвонить твоим друзьям? Не знаю, как тебе помочь. Шедевр. Я не буду тебя трогать. Посижу рядом, пока не успокоишься. Ладно, я спокоен. Пожалуйста, уходи. Нет. Манчестер у моря. А что за рыба? Большая белая. Это не акула. Давай, подсекай. Не акула.